подключает партнера, и шайба в воротах. Уже ответ. Видите, бросок, и что? Штанга? Ну, характерный звон мы с вами слышали. Ну, а... И Панарин сделал точную передачу на Хеннесси. Спиной у Яна Ланса, но так вот туда и не заскочило ворота. Бросок и шайба в сетке. Здорово. Разогнался Кетов. Автор шайбы. Ворота Еремеева. Сейчас Кетов сделал точную передачу на Панарина. Атака продолжается. Гол Арсений Панарин. Хотят слышать, ну, вот то, что объяснял. Просто как Гриво, по сути, своей. Я это все прекрасно понимаю. Уй, уй-ой-ой-ой-ой. Говорили с ним просто, но вот он показывает всех. Там владельцы. Зулин, бросок неточный, шайба отскакивает от лицевого борта, и Артемий Панарин моментально одним движением. Другой хват, здорово! Великолепно, я бы сказал, что сейчас было разыграно. Бастер, количие, команда снова, но вот как бы не прозевать, Панарин, я говорил о том, что большущий специалист по слову. Такая передача, Панарин, гол! Есть еще один хитрик, полетели где. Поздравляем Панарина! Панарин обыгрывает! Бросок, гол! Артемий Панарин приносит победу! Ну, тут буквально на... Притормозил, поднял голову, передача на Шипачева, и 2-1! Это какой здоровский гол! Курс выпускает сюда, заводит Шипачев, передача на Панарин! Очень неровный у него в этом сезоне игра. И Шипачев снимает все вопросы о победителе, как мне представляется.